Битва при Никополе, 1396 год, одна из битв, которые решили судьбу Балкан. Ну, как я говорил, был небольшой крестовый поход на турков против этого, ну, перед этим, то есть. А в 96 году решили все-таки сделать большой крестовый поход, так как турки победили сербов. Сначала рассчитывала Венгрия на болгарское восстание, но оно было быстро подавлено, и Болгарию присоединили к Турции. И, в принципе, турки уже воевали на территории Валахии, то есть Румынии. В связи с этим Венгрия, которая больше всех опасалась за свою независимость, она больше всех заботилась по поводу крестового похода, чтобы турков победить и отбросить с Балкан. Кроме того, итальянские многочисленные торговые республики, которые ранее там доминировали, как раз по результатам крестовых походов предыдущих, все они тоже, значит, забегали, так как они имели там торговые интересы, фактически контролировали проливы. Турки уже подбирались к Константинополю, как я рассказывал, разместили там даже гарнизон. Все это, в общем, приводило к тому, что все черноморское направление закрывается, то, что все перекроют турки, и они не будут делиться ни с венецианцами, ни с генуэзцами, это было понятно. Ну вот торгово-пиратские республики, они все надавили на Папу Римского. В 94 году Папа Римский объявил крестовый поход. Ну, у республик у них был флот, который особенно-то не помогал, то что тут дело было в основном на суше. Турки же на суше наступали. Поэтому нужно было втянуть какое-нибудь пушечное мясо. Для этого добились, что между Англией и Францией было заключено очередное перемирие в Столетней войне. И, соответственно, Франция и Бургундия, которая на тот момент была независимой, они как раз предоставили основной контингент рыцарей. То есть вот Франция уже много лет воюет с Англией, типа у них опыт хороший. И, собственно, в основе вот этого всего похода 96-го года были французские войска, именно и бургундские. Численность завышают во всех хрониках. Это, кстати, относится и к русским хроникам, и к Куликовской битве, которую раз в 10 обычно завышают. Ну, в общем, по завышенным представлениям средневековых авторов, там было 70 тысяч христиан против 200 тысяч турок. Ну, про 200 тысяч турок ложь явная, и она предназначена для того, чтобы оправдать поражение. По современным данным, скорее всего, где-то было 16 тысяч крестоносцев против 17 тысяч турок. То есть были примерно равные силы и составляли вот примерно 30 тысяч в общей совокупности, то есть всех на свете. Это огромная битва, это целый город средневековый. То есть на самом деле это большое сражение. Многие сражения средних веков проходили в гораздо меньшем составе. Ну вот предположительно 16 тысяч крестоносцев, из которых 8 тысяч французы, половина, выступили. Дальше там была Бургундия, дальше были госпитальеры, то есть, собственно, орден, который предназначен для крестовых походов. На месте присоединились валахи, венгры. Ну и море блокировали венецианцы, генуэзцы, но это никак не помогало. Однако венгры и валахи считались второстепенными. Они в основном там были легко вооруженные лучники. Французские части в основном состояли из конницы и все, что там сопровождает конницу. То есть стрелки там тоже стояли, но в основном они рассчитывали на свою вот эту тяжело вооруженную рыцарскую конницу, которая вот в доспехах, как обычно, рыцари рисуют. Все, короче, там котелочники, как у нас говорят, то есть котелок у них на башке. Все в тяжелых доспехах. Ну, соответственно, турки тоже имели тяжелую конницу, но в основном имели всяческую лучников легко вооруженных, которые вот жили в горах, аканджи, так называемые, сипахи. Наиболее такой у них был хорошо вооруженный отряд кавалерии тоже. И крестьяне представляли собой легко вооруженных лучников. Имелись уже янычары, как элитные подразделения. И, кстати, сербы заключили на тот момент с турками союз, и сербы воевали под Никополем на стороне турок. Но сербские тоже части были второстепенные. В основном, конечно, турки и против них французы. Ну и, кстати, первая такая серьезная, в общем-то, битва, потому что предыдущий крестовый поход был несерьезный. Битва, собственно, Турции с Европой. И это лучшие войска действительно на тот момент Европа выставила, потому что
Венеция постаралась, Генуя постаралась, они все перепугались от этого наступления турок. Меняется, так сказать, геополитический расклад, доминирование Европы на Балканах, на Черном море. Поэтому войска собрали хорошие. 30 апреля 96 года крестоносцы выступили из Дижона, то есть из Франции, где они собирались. Очень быстро дошли до Будапешта, где в Будапеште, значит, они такие планы провозгласили, что они сейчас разобьют турок, деблокируют Константинополь, то есть, видимо, поставят все-таки опять Константинополь венецианцев, как это было в 1202 году. Потом они всех турок добьют там непосредственно в Турции, в Анатолии, да, пройдут через Сирию и освободят Палестину. То есть планы у них просто грандиозные, у этого войска 16 тысяч человек. То есть полностью переиграть все результаты турецких завоеваний, проигранных ранее крестовых походов, и все захватить, значит, вместе с Сирией и Палестиной. То есть после турков они еще собирались разбить мамлюков, потому что все это было под мамлюками уже, начиная с Сирии. Ну, с другой стороны, действительно мобилизовали всю Европу. Дошли они до Болгарии, и вот возле болгарского города Никополь состоялось решающее сражение уже 25 сентября 1396 года. То есть 30 апреля выступили, и в конце сентября их уже разбили. Все было кратковременно. Не совсем даже понятно точное место. Общая схема битвы, вот она, по всем источникам европейским и турецким. Мирча, это значит румын, румынский. Первый, кстати, он король румын, такой же был независимый достаточно. Ну и в центре мы видим, соответственно, французские войска. Вот, значит, румыны где-то там сбоку. Сбоку там также Венгрия, а в центре были французские войска, которые, собственно, ударили по центру турок и пытались просто прорвать центр кавалерии. Кое-какие немецкие рыцари присоединились. В данном случае они все рассчитывали вот на свои тяжелые доспехи, на свою тяжело вооруженную конницу, что у турков такого нет. Сейчас вот эти танки пройдутся и всех разобьют. Госпитальеры там участвовали, поляки, кстати, участвовали. Довольно так все было представительно. Ну вот турки выставили сначала слабые части по обычной хитрости восточной. Пехоту выставили в основном из крестьян состоявшую. Они разгромили рыцари эту пехоту, и потом под обстрелом они начали продвигаться туда, вглубь, думая, что они уже победили основные силы турок. У европейцев, кстати, была уже артиллерия и применялась, но большой роли еще не играла. То есть они из этих пушек бухали, в общем-то, и все так серьезно. Там все еще в основном стрелки, конечно, работали с обеих сторон. Но вот попытались они, значит, прорваться, при этом у них уже половину коней выбили, а рыцари все думали, что вот они уже победили и быстро-быстро наступают. При этом руководство французское, которое имело уже опыт войны с англичанами, когда она видела, что конница в значительной степени поредела, то есть коней выбили, они наоборот считали, что нужно отступать. В штабе началась ругань, что мы будем делать, наступать или отступать. А рыцари, которые непосредственно на поле боя, они просто наступали, думали, что они выиграли. В общем, в условиях вот этого разбора между командованием, потеряли частично они фактически руководство войсками на поле боя. Французы вышли куда-то далеко вперед, до вершины склона. И как раз на вершине склона, на вершине горы, они не видели, что за горой стоят сипахи. Вот на вершине горы на них обрушились сипахи, то есть лучшие войска турок. И конкретно им врезали. Крестоносцы были полностью разгромлены, руководство было захвачено, частично убиты, частично они их взяли, чтобы выкуп за них получить, кто попал в плен, кто не погиб на поле боя. И по склону, поэтому они обратно побежали с огромными потерями. Ну и таким образом полностью было разбито войско рыцарей. Пленных почти не брали, взяли только 300 самых таких знатных, за которых можно большой выкуп получить. Остальных всех рыцарей поубивали. Битва, то есть, закончилась полной победой турок. После этого, несмотря на то, что в предыдущем году, в 95-м, румыны турок разбили, но вот после этого поражения 96 года Румыния тоже пошла под власть турок, они вассальный договор подписали. Болгария уже без всякого базара все считалось точно турецкое, потеряла всяческую самостоятельность. Сербия стала вассалом турок на тот момент. То есть битва закончилась полным поражением вот этого всего проекта.
о том, что надо турок остановить и даже и мамлюков разбить. Ничего это не получилось у европейцев, хотя в данном случае они серьезно это все намеревались. То есть это крах очередной крестовых походов, даже уже в Болгарии. То есть в ближайшей провинции их турки разбили, даже до Константинополя они не дошли. Вот как вылезли на турецкую землю, их тут же и побили.